Привет всем! Я сегодня быстренько, коротенько, в двух словах буквально. В прошлом видео я затронул тему регуляторов оборотов Биолхелли S. Напомню, при падении 7-дюймового дрона у меня сгорел 20-амперный регулятор. Причем выгорел так, как будто электросварка сработала. Я решил заменить 20-ки на 30-ки. Но все-таки как-то помощнее. Заказал на Алиэкспрессе у одного и того же продавца. Я уже брал где-то третий или четвертый раз эти регуляторы. Вот и все было нормально, все приходило без проблем. Получил я посылочку, быстренько получил. Быстренько он ее отправил, естественно. Быстренько я получил. Сразу стал проверять. Проверил. Ну вот я собрал конструкцию. Ну, в принципе, конструкцию. Подключил один из вот этих вот регуляторов, вот вы видите с буквой S желтый, а Биохелли красный, ну, хотя должно быть все наоборот, один из трех. И самое смешное то, что он будет работать. Вот сейчас мы подключаем к источнику питания. Видите, все пропел, пропел как положено. Все крутится. Ну вот проверил нормально, проверил все, вот. И с желтой буквой S, и с красной буквой S. Я, кстати, не упомянул, что пришли 4 регулятора 30-амперных Биохелли S. На трех буква S была желтая, на одном была красная, как обычно, как до этого все время приходили регуляторы с красной буквой S. Белая надпись Биохелли и красная буква S. В этот раз пришла красная надпись Биохелли и желтая буква S. Ну, проверил, все крутит, все нормально, без проблем. Решил поставить сразу же на квадрокоптер. Ну, думаю, что тянуть. Поставил. В комплекте был один регулятор с красной буквой S. С красной буквой S. И три регулятора с желтой буквой S. Желтой буквой S. Я долго мучился с этими регуляторами. Не мог понять, в чем дело. Я никак не мог поверить, что мне прислали нерабочие регуляторы. Я сейчас поставил их специально все три на раму. Этот регулятор старый. Я его не подсоединяю. И продемонстрирую вам через программу iNav для прошивки и регулировки Motega F405. Аутпут для того, чтобы проверить работу моторов и регуляторов, необходимо подключить аккумулятор. Вы видите, что мотор начинает сразу дергаться. Вот он. Это уже ненормально. Остальные моторы молчат. Я подключаю. Это у нас первый мотор. Я его включаю. Он не вращается. Второй мотор у нас не подключен. Третий мотор. Вот он, третий мотор. Третий мотор не вращается. Четвертый мотор. Вот он, четвертый мотор. Четвертый мотор не вращается. Сейчас я поменяю один из моторов. Я поменяю третий мотор на регулятор с буквой S красный. Итак, подключаем. Итак, регуляторы, моторы пропели. Запускаю. Опять первый не вращается. Запускаю третий, вот этот. Здесь поменял регулятор.
Вы видите, он вращается. Ну вот видите, что получилось, когда поставил. Три желтые буквы S не крутят, а с красной крутит. Поставил я на INAV-701 программу, на полетный контроллер MATEC F405SE. Что такое? Почему? Обратился к продавцу, что будем делать? Потому что на AliExpress уже обращаться было бесполезно для того, чтобы открыть спот. Спор 14 тут прошли, и пока я мучился с видео, которое надо было отправить на AliExpress подтверждение, у меня там остались сутки, значит, AliExpress закрыл функцию для меня подачи спора, так как 14 суток закончились, и я стал переписываться с продавцом. Продавец мне порекомендовал открыть спор, я ему ответил, как время вышло, давай что-то решать. Хорошо, я буду звонить на фабрику. Позвонил на фабрику. Он и после этого пишет мне: купи у меня что-нибудь, я вышлю тебе в этой посылке три новых регулятора взамен тех, что с желтой буквой S. Значит, даже фабрика не в курсе, что это за регуляторы. Если кто-то с этим сталкивался, с этими регуляторами, напишите мне, пожалуйста, в чем проблема? Работают ли они вообще? Я так думаю, если они напрямую крутят моторы, все срабатывает, они пищат, то должны же они в конце концов работать. Я буду ждать ваших отзывов, помощи. Всем привет!